Сегодня стали известны шокирующие детали авиаинцидента, который, как утверждает британское издание Daily Mail, произошел еще 23 августа. Таблоид уверяет, что пассажирский лайнер «Королевство» был атакован ракетой на подлете к аэропорту Шарм-эль-Шейха. По данным издания, снаряд вовремя заметил один из пилотов и успел выполнить маневр уклонения. Пассажирам, а их на борту было 189 человек, сообщили о турбулентности. Тогда руководство авиакомпании сказали, что это была ошибка при египетских учениях, и полеты продолжились. Британская пресса пишет, что в Министерстве транспорта подтвердили факт происшествия, но отказались давать комментарии. В частности, непонятно, на какой высоте находился лайнер во время этой атаки.